Здорово, народ. Ну что, у нас третья серия. Приятного просмотра. Поехали. Наша задача — найти одеяние, в котором проводят ритуал. Опять эта комната. 3:45. По коридору уходит призрак. Так, что здесь за хрень? Шитьё, шитьё. Опа. Хрень. Нам это не надо. Книжка до сих пор берет. Он услышит шаги. Не, я не боюсь. Мне не страшно. Но вообще, наверное, одеяние искать где-то в комнате. Блин. Вот этот топот по коридору меня очень смущает. Так, сладенькая. Дорогая моя мертвая жена, пожалуйста, не отвлекай меня. Такое чувство, что снизу работает телевизор. Да твою медь! Вот откуда она выбралась? Ты что, так и будешь охранять коридоры? Как мне пройти? Где мы в этот раз? А, ну, мы здесь же. Класс. Как мне пройти мимо нее? Я до комнаты. Я до комнаты. Так, мы дошли. Есть подозрение, что мне в подвал. А, у нас же еще фотоаппарат. Точно. Но когда нужно фотографировать, должна появляться подсказка. 11 января 1986 года. Мы только что приехали из больницы с новым членом семьи, малышом Майклом, и он прекрасен. Но мне как-то не по себе. Как-то грустно. Мне стыдно, что я не радуюсь такой, несомненно, важный день. Гэри помогает всем, чем может. Но не думаю, что он меня понимает. Я пыталась ему объяснить, что чувствую, но он просто не вникает и говорит, что я должна быть счастлива. Конечно, он прав, но все не так просто. Это нормально, если послеродовая депрессия начинается только с рождения второго ребенка. А с Веру не было. Мне и радостно, и грустно. Боже, это так странно. Надеюсь, он скоро пойдет. Да и Гэри меня поддержит. Я точно знаю, все наладится. Медсестра посоветовала мне вести дневник, чтобы разобраться в себе. Так что начнем. Ну, короче, понятно, у нашей жены какая-то депрессия. Так, а с хрена ли мы тогда бухали? Из-за ее депрессии? Бред. Ну, это реально бред. Бабуля. Так, мы добрались до первого этажа. Одеяние. Is this real? Так, давайте-ка попробуем сфоткать. И надпись пропала. Опа. Подождите, а это было сверху? Да, маска была. Окей, ну значит, надпись мы правильно уничтожили. Или не уничтожили? Это же вопрос. Я хочу такие же кожаные диваны и кресла. Прям шикарные. Балдёж, что фотографии бесконечные. А то бы еще искали пленку. Так, опять этот кровавый повар. Нахрен тебя. О, ни хрена себе. Это наш загородный дом. Дом, милый дом. Какое-то воспоминание, видимо. Аж даже как-то не ясно. И чё это? 24 марта 1985 года. Его будто подменили. Сначала я относилась ко всему этому с опаской. Уж больно хижина жуткая. Но вчерашняя ночь была просто замечательной. Может, это не такая уж плохая идея? И тут просто не хватало женской руки?
Что вообще за дом? Откуда он взялся? На фотках, кстати, он становится четче. Это что? А, это моя фотография, которую я сделал. Так, а что, куда дальше? Куда-то в лес? Так, топор. Из-за леса, из-за гор показал Иван топор. Но не просто показал, его к бую привязал. Странное дерево. Какое-то одиночное на поляне, прям посередине. Может, мне надо потрогать? А, я нашел дерево. Прикольно. Так. 23 марта 1985. Он удивил меня на этих выходных. Срезал мне глаза и усадил в машину. А когда приехали, он снял повязку и увидел ужасную старую покосившуюся хижину в лесу. Он купил ее по бросовой цене через агентство недвижимости. Вроде она принадлежала какому-то покойному охотнику. Гэри хотел ее подлатать, чтобы у нас было свое романтическое гнездышко. Мы оставили у соседей на все выходные. Так что, думаю, нужно ловить момент. Оу май, ну может быть так они и сделали второго ребенка? Это тот самый момент. Так, возможно, где-то третья записка. О. Что здесь фотки надо? Опа-на. You better hurry. Поспеши. Она здесь. Твою месть! Ты чё? Ёперный дядя! Да хватит меня пугать! Это невыносимо! Нельзя так! Ужас! Да и мы снова появились в этой комнате. Теперь-то нас никуда не засосет. Там мы были. Говорят, надо поспешить. Слушайте, давайте в подвал. Не знаю, сразу, что ли, попробовать туда. Все-таки где еще приводить ритуал, как не в подвале? Да что за звук? Так, здесь генератор. И здесь теперь кирпичная стена. Блин, я патрон вставил. И все. Проблема со светом была бы решена. Здесь ни хрена нету. Блять, где может быть это одеяние? Просто лампа. Может, кухня? Если здесь нету. А чё всё стало так нечётко? Так четко. Так. Что происходит? Картинка, как вот была в этом доме загородном. Как будто мне замазки в глаза прыснули. Так. Уже интересно. Блин, вот ты умирать-то гораздо. Я тебе тут секретик расскажу. Ее можно оглушить яркой вспышкой света, но только если застанешь ее этим врасплох. Ну, фотоаппаратом. Или может это количество? Нажми на выключатель, вырубай свет, она его терпеть не может. Просто
просто быстро щелкать фотиком. Давайте включим везде свет. Что нам остается? Кухня вообще другая. Где я нахожусь? Это чей дом? За последние выходные число смертей достигло 95, 60% из которых произошли по вине алкоголя. Так, но я же не алкоголик. Максвелл Хьюм из полиции Pleasant Falls заявил, что алкогольное насилие и аварии по причине нетрезвого вождения стали нынче огромной. Если вы страдаете от какой-либо зависимости, вам помогут. Очень странная лампа. Точнее, ваза. City Hall was vandalized last night. The graffiti reads, "Who..." Можно что-нибудь с картинкой сделать, как-то почетче? Охранное агентство «Всевидящее око». Здесь есть код? Мы хотим выразить наши самые искренние соболезнования по поводу вашего сына. Мы все до единого во Всевидящем оке стараемся поддерживать наших сотрудников во время и после тяжелых жизненных неурядиц. Поэтому я вам пишу. Надеюсь, это письмо хоть на толику поможет вам в столь трудную ситуацию. Ваш контракт дает вам право взять 10-дневный оплачиваемый отпуск в связи со смертью члена семьи. Я поговорил с начальством, и они согласились дать вам 20 дней оплачиваемых и 6-месячный неоплачиваемый отпуск с сохранением контракта. Я знаю, что этого недостаточно, но надеюсь, что данная сумма хотя бы покроет дальнейшие расходы и поможет вашей семье. Мы также хотели бы оплатить все расходы, связанные с похоронами. Прошу, вышлите нам счет, и мы обо всем позаботимся. После того, как все финансовые вопросы будут улажены, вы можете оставаться в отпуске столько, сколько вам нужно. А по вашему возвращению мы снова впишем вас в рабочий план. Еще раз примите мои самые искренние соболезнования и немедленно обращайтесь, если вам понадобится что-либо еще. Так, Блэд, дай прочитать. Ну-ка, проверим. Помогло? Она исчезла? А! Нет, не помогло! А почему? Я же бахнул ее вспышкой. То есть ей насрать получается? Все по новой. Или не по новой. Я вообще двигаюсь по сюжету. Так задумано. Где искать одеяния? Ну, в родной комнате мы были. А может, после нашей смерти что-то меняется? Здесь свет не работает. Так. Здесь тоже. Короче, работает свет только на первом этаже. Как я понимаю. Откуда вообще эта надпись взялась? Алло. В каждой культуре есть место для кары божьей. У них множество имен. Похоже на голову пинхеда какого-то. Я не знаю, что именно это за культура. Это место созидания. Грань между этим местом и прекрасной тьмой стирается. Все, ты договорил? Реально какой-то пинхед. Ты лучше скажи, где мне искать одеяние. Голова. Он смотрит и следит за мной. Блять, да можно так не дергать? Так, опять степнулись к домику. А может это одеяние где-то здесь? Ну, то бишь,
Охуеть. А, вот, смотрите, подвал. March, 25 марта 1985. Я больше никогда не хочу туда возвращаться. Прошлой ночью я слышала столько странных звуков. Например, шепот. Мне кажется, местные нам не очень-то рады. Я услышала шум в подвале и спустилась проверить. Боже мой, да там просто скотобойня какая-то. Место точно долбанутое. Я могу понять и принять таксидермию как направление искусства, но это явно не просто таксидермия. В общем, скорее ад замерзнет, чем я снова сюда приеду. Вот так и начинаются все фильмы ужасов. Ну ты же любишь такое. Твой муж. Так, мы оказались в задней части. Так. Let's go. Смех. Так, 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 так. Куда я вообще нырнул? Я наконец-таки выбрался из этой хрени. Ну, давай, сейчас она мне пяткой в нос ударит. Да? Смотрите, картинка стала четче. Пам-пам-пам. Где? Найти одеяние. Нужно сначала до конца дойти. О-о-о, что-то новое. Чердаки мы еще не были. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не скрипи. Это одеяние? Не-не-не-не, камера, давай. Да нет, но я ее сейчас смогу, испугаюсь. Камера, возьмись, камера. Я ничего не могу сделать. Это, видимо, заскриптовано. Но мы нашли. А это уже хорошо. Там внизу скотобойня. Ужас, какие странные вещи там творятся. Все-то нужно немного женской заботы. Это скорее рак на горе свистнет. Его будто подменили. Нам осталось провести ритуал. По-моему, самое финальное. И все. Это, видимо, мы вернулись. Фамильная драгоценность. Господи. Это еще не все. Так, ну это уже больше похоже на комнату взрослой дочери. Фамильная драгоценность. Опять. Я не хочу открывать эти двери. Мы опять почему-то в какой-то больничке. Это... Звук такой, как будто поезд за стенкой ездит. Так, куда? Какая-то дверь должна быть открываться. Почему это похоже на морг? Но мы отсюда начали. Так.
смысле, я смог пройти. Нам нужно найти какого-то определенного пациента. Не надо меня так пугать. Пожалуйста. Я и так весь на нервах. Так, какой-то кабинет доктора. Что-то странное и непонятное. Я попытался встретиться с вами с глазу на глаз. Даже несмотря на то, что мои передвижения по больнице ограничены. Именно по этой причине я вам пишу. Прекрасно понимаю причины ужесточения охраны, но именно из-за этого я не могу закончить свою работу. Я выполняю все предписания и отсылаю тела тому грузному джентльмену в морге, которого вы сами туда и поставили. Но я не могу рассортировать документы, потому что главный офис вечно на замке. А единственный доступный ключ находится у вас в кабинете. Я смиренно прошу вас предоставить мне копию ключа. С нетерпением жду вашего ответа. С уважением, доктор Майндер. Да, и получается, нам нужен ключ отсюда. Ящики не открываются. Есть подозрение, что где-то в банке, может? Нет? Где может быть ключ-то тогда? Так, это наша фотка. Ключ в вашем кабинете. А может, это он кому-то писал, и ключ не в его кабинете, а где-то в другом? Интересно, девки пляшут. Где у нас еще кабинеты? Такая гробовая тишина, аж стрёмно. Staff us only. Ну, прикиньте, сейчас просветим и сможем на лифте покататься. Но, видимо, нет. А куда нам тогда? До конца и направо? Но если только так. Другого варианта-то нету. Здесь мы все прошли. Интересно. Свеча. Нахрена вообще показывают морг? Что мы здесь забыли? А, нет, здесь я был. Это что? Ни хрена. Ни хренашеньки. Есть подозрение, что нужно искать какой-нибудь такой портрет. Может быть, через него нас перенесет дальше. Очень интересно. Кстати, перевернутая голова. С одной стороны, похоже, типа маска доктора. С другой-то и нет. Может, на фотке ты по-другому будешь выглядеть? Nope. Не, ничего не меняется. В чем кроется загадка? Давайте подумаем. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Мне почему-то кажется, что нам нужен ключ от лифта. Но это было бы логично. Ну тогда какого хрена?
Да и все, мы больше никуда не можем пойти. Хрень, хрень и еще раз хрень. Может, окно? Может, это лампа? Вообще, лампа куда-то ведет. Может, идти по шнуру? Нужно включить свет. Плюс еще очень интересно, они так висят рядом с портретами. А рубильника нету. А нет, посмотри, есть. А может, это бредовые идеи. Были бы выключ... А, может, нам надо найти выключатель. Может, так? Нет, это, видимо, дефолт. Просто не убирали. Срочно нужна медсестра. Она оставила бардак. Ключ у вас в кабинете. А зеркало я, по-моему, уже фоткал. И это все не то. Доктор Майндер, подожди. Кто у нас подписан? А, доктор Майндер. Нам нужно доктор Танос. Танос. Ну, чтоб щелкнул. А где у нас кабинет Таноса? Интересно, девки пляшут. Я все открою. Все открою, все потрогаю. Да давай, проходи ты. Не можешь нормально двери открыть. Он ли для стафа? У нас лаватория. Рецепшн, доктор Танос. Может, мне вот это сфоткать надо? А доктор Танос — это самый главный, получается. Но по какой-то причине лифт не работает. Дверь на лестницу не открывается. Да, блин, если мне нужно к нему за ключом, то какого хрена? Спрашивается. Пусти меня. Мы сейчас, видимо, на этаже. Подожди. Ресепшн, фронт офис, Танос. Шоковая терапия, сенсори терапия, мэс хелл. Лаунч рум, гуарс квартерс. Где единица? Это доктор Танос. Подожди, если там Майндер. Получается, где-то на этом этаже и кабинет Таноса. О, где тогда? Либо на этом же, либо на первом. Элеватор и лифт. Ну, то есть, элеватор и лестница, точнее. А так вообще не видно мозаики. Класс. Ну вот. Покои. Рекавери. И кабинет. Но доктор Майндер. Все правильно. Нам нужен кабинет Танос.
понятно, только вопрос, куда, как туда пройти? Это остается загадкой. Нет, я, конечно, может быть, глупенький и где-то не нашел проход. Но, по-моему, прошли уже все. Все и все комнаты. Тем более у нас что? Даже не подписано. А, нет. Операционная. Операционная номер 2. Ну вот единственная дверь. Не, не помогло. Ну вот, здесь написано. Reception, front office, шоковая терапия, сенсорная терапия. Ну, это все мы нашли. Ну, а как нам попасть? Ну, лестница. Хрень. Реально полная хрень. Будем думать, будем думать. Ну, что я вам скажу, уважаемые молодые красивые. Как мы нашли отсюда выход, вы узнаете в следующей серии. Хочете не пропускать выпуск, то подписывайтесь на наш телеграм. Пока-пока. Обнял-приобнял.